27 и 28 октября в шестой раз состоятся Дни российско-норвежского сотрудничества. Особое внимание в деловой программе мероприятия уделят практическим вопросам, которые важны для жителей приграничных городов и поселков. В Печенском районе, где будет проходить мероприятие, проведут встречи представители российских и норвежских исторических обществ и библиотек. Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества традиционно проводятся в Никеле при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске и администрации коммуны Сёр-Варанге. Шестая встреча не исключение. В ее рамках планируется обсудить не только итоги реализованных за 5 лет проектов, но и идеи, которые только предстоит воплотить в жизнь. Отдельный круглый стол планируется провести по проектам в сфере развития туризма на приграничной территории. Участники норвежских и российских исторических обществ расскажут об истории российско-норвежской границы. Кроме того, традиционно в рамках Дней приграничного сотрудничества состоится ряд выставок. Специалисты Мурманского областного краеведческого музея представят экспозицию, посвященную 190-летию установления российско-норвежской границы. А их коллеги из Печенгского района откроют выставку, посвященную культурным и историческим памятникам приграничной зоны.